città natalina di Vincenzo Fabrizio. В частном отеле, в Московском Российском государственном социальном университете очень популярны. Именно это явилось основной причиной, что мы пригласили сильнейших шахматистов, надеюсь, так будет, играть именно здесь, в нашем шахматном зале, на чемпионате мира по бридже. Завтра Александр Николаевич Минужинов проводит пресс-конференцию, анонсирует наш чемпионат. Ну, а вчера состоялся четвертьфинал, а сегодня и завтра полуфинальные соревнования. Я хотел бы представить судейскую коллегию полуфинала. Главным судьей вообще всего турнира является международный арбитр Эдуард Дубов. Все технические вопросы, пожалуйста,